Тропический ветер Камбоджи и яркий запах лаосского сандала. В Ессентуках открылась фотовыставка «Жемчужины Юго-Восточной Азии». Автор – член русского, американского и королевского географических обществ Михаил Филиппов. Эта поездка для него, рассказывает автор, как путешествие в прошлое. Люди, ну, как, наверное, наши шестидесятники. Вот мы много говорим, вот шестидесятники, поэты, физики, лирики. Вот примерно так. То есть горящие глаза, все работают, никто не ворует. В экспозиции 32 работы из 100, которые художник привез из Лаоса и Камбоджи. На них сокровищницы редких достопримечательностей, быт и архитектура древнейших памятников буддизма. Посетители также могут увидеть уникальные объекты ЮНЕСКО, древнюю столицу Лаоса, Луан Прабан и затерянный в джунглях Ангкор. Что поразило автора в местном детском доме и при чем тут Лара Крофт, расскажем в нашем выпуске в 14:40.